Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем готовить печёночный торт. У меня говяжья печень 700 грамм. Сейчас я её вымочила, убрала все пленочки. Сейчас мелко нарежу. Буду измельчать при помощи блендера. Можно в мясорубке измельчить. Все прожилки, все пленки обязательно нужно убирать. И луковица вот такая вот крупная. Я ее тоже измельчу в блендере. Ну вот, все, я подготовила, порезала. Сейчас буду пропускать. Вот печень пропустили. Смотрите, вот такая масса получается у нас. Сейчас добавляем сюда 4 яйца. У меня они крупные яйца. И взбиваем. Взбиваем хорошенечко. Сейчас нужно будет посолить, поперчить. Посолила, поперчила и добавила столовую ложку муки. Все это хорошенечко замешиваем. Аккуратно. Все, наше тесто готово. Сейчас будем выпекать из него блинчики для торта. Сковороду смазываем маслом. Смотрите, какой диаметр вы хотите вашего тортика. Такие блинчики выпекайте. Выпекать будем на слабом огне, чтобы мясо успело, печень, приготовиться, пройти термическую обработку. Вот так вот выпекаем. Вот видите, пошли пузыри, поменялся цвет. Значит, мы можем уже его переворачивать. Переворачивается все легко. Тут одной рукой я вам покажу. Вот, перевернула. И еще запекаем. Ну, пока у нас тортик выпекается, блинчики наши, делаем начинку. Начинку делать на свое усмотрение, можно разным. У меня вот здесь майонез с чесноком. Еще порезала укроп отдельно. Сейчас будем собирать наш тортик. Каждый блинчик хорошенечко промазываем майонезом с чесноком. Так вот, видно вам? Все хорошо промазываем. Чуть-чуть посыпаем укропом. Кладем второй блинчик. Тоже все хорошенечко промазываем. Так, ну что, тортик я промазала. Сверху посыплю я его
тертым сыром. Можно по своему вкусу, можно помидорку, можно малосольный огурчик красиво выложить. Так, и сейчас бока промажу укропом. Так вот, не промажу, а украшу. Здесь у меня яйцо, желток с майонезом, тоже с чесноком. Здесь тоже сверху вот так вот сыпем укропчиком. Такая красота и вкуснота. Ну вот, смотрите, какой красавец получился. Дадим ему пропитаться, поставим в холодильник, а потом будем пробовать. Попробуйте, приготовьте по этому рецепту. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита. Все ингредиенты и пропорции я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.